меня вот как-то был недавно вопрос, можно ли вот, допустим, бруски, сделав на фуганке, ну, две базовые поверхности, так скажем, ровные, потом кривую отпилить на циркулярке и вот эту кривую еще раз прогнать, ну, допустим, один раз на фуганке, чтобы обойтись без рейсмуса. Ну да, в таких ситуациях это вполне возможно. И то, что у вас, ну, получится ровный брусок и остальные бруски, ну, вероятность достаточно большая. Может, там какие-то сотые доли миллиметров будут, но для деревянного дела это не страшно. Вот сейчас, чтобы убрать не от пилы, ну, вот эти риски, что она оставляет, я просто сейчас кажу ножку, где я отпилил сейчас на клин, по одному разу прогоню, не больше. Каждую по одному разу. Ну и должны у меня получиться, в принципе, все одинаковые. Так, у меня половина ножек левых, половина правых. Одну сторону я фрезеровал в таком положении, вторую половину в таком. Почему? Потому что у меня, как вы видите, сейчас смещено. Вот эта царга, она немножко уже самой ножки, и поэтому она будет смещена в центр туда. Поэтому вот так я и фрезерую. При фрезеровке гнезд приходится делать вот такие импровизированные упоры, чтобы была повторяемость, то есть именно вот чтобы не менялся угол, а то получится на одной ножке под одним углом, на другой под другим, и при сборке может получиться какой-нибудь казус. Поэтому лучше вот два бруска на струбцины, она вот упирается, здесь пометки я совмещаю и фрезерую. В дальнейшем эти царги, ну, естественно, их надо будет укоротить, зарезать под углом, и, то есть, чтобы плечики были под углом. Я всегда делаю проще, ничего, никакими расчетами не пользуюсь. Вот у меня есть задняя ножка, ну, спинка, и передняя ножка. Я вот на столе выложил примерно, как она будет в сборе, вот эти вот расстояния, все углы. Сейчас наложу. И заодно я сразу отчерчу, у меня будет уже угол, который я могу угольником измерить, угломером. И, соответственно, сделать все последующие, все одинаковые. Ну и также я вижу, насколько мне укоротить. Я считаю этот вариант самый простой. Теперь можно углы на всякий случай замерить. Так, вот это задний, это передний. 81,5, а вот этот немножко другой. 86. Все. Ну, теперь, зная углы, можно отрезать по длине шипов. Вот этот 86. От 90 отнимаем 86.
И на торцовке выставляем 4 градуса. Если вот здесь немножко ошибетесь, ничего страшного. Главное, чтобы были заплечки изготовлены под нужным углом. Сейчас мы сразу... Я всегда стараюсь закрепить. Такой играет как противоскол. И сразу видно, где мне потом резать. Вот, дальше риску совмещаю с этой гранью и отрезает точно. Лазер уже там почти не работает. Ну и пока все настроено, сейчас все царги одну сторону отрезаю под этим углом, далее меняю угол и отрезаю другие стороны. Решил попробовать на этом же станке делать шипы. Отлично получается. Сейчас только разметку сделаю. Разметку делаю очень просто. Выставил свой нужный угол. Совместил, вот, чтобы здесь была плоскость. Один брусок же у меня уже размечен. Где будут заплечики. Разметочным ножом делаю. ПК убрать можно так же, как на станках, но у меня гнезда примерно под прямым углом к заплечкам. Поэтому если где-то на станке, то нужно все это выставлять под углом. Я думаю, проще будет запилить и подработать стамеской вручную. Вот здесь, чтобы плечико получилось ровным, потому что при пилении у вас может пила скакануть и будет косяк. Это такая старая, ну, хитрость, не хитрость, я не знаю. Вы линию от одного заплечика до другого вот поставили, прорезали стамеской и немножко под углом с внутренней стороны. У вас получается вот такой-то как бы клин. И в этот клин уже пила станет как оно и есть. Все аккуратненько, все ровно. Что, вот это все можно склеивать. То есть боковины получаются. Вот здесь сделал на вот этой грани небольшую фаску, почему, потом покажу. Склеивать буду на пур, потому что тут хоть немного, хотя можно и на клейберит. Тут всего 4 гнезда. Клейберит просто быстрее схватывается, и там нужно, по-моему, за 6 минут все это успеть. А с этим можно минут 20 минут. Да, то, наверное, запутал. Потому что и это клейберит, и ПВА клейберит. Этот УР 501.0, а ПВА 303.0. Давайте, пожалуй, на ПВА. Я перед этим все на сухую собрал. Все соединения плотные. Они должны быть плотными, иначе стул у вас долго не продержится. На сухую он забивается с помощью киянки. Клеем, возможно, чуть полегче будет. Хотя не факт. Но если на пур клеить, то тот как смазка идет. Да, вот от руки еле-еле я засунул. На сухую вообще не получилось. Перемещусь на пол, кияночкой постучу.
все теперь только с трубциной. Но преимущество ПА, в принципе, сейчас начало осени, тепло, минут через 20 можно с трубцины снимать, уже он не развалится. Опор, но при такой температуре и влажности все равно его часа полтора-два подержать придется. Можно снять где-то через часик, но нагрузки никакие не давать, не обрабатывать. Все, клею остальные также. Шаблончики всегда выручают. Сейчас сделаю также шаблон под шканты, ну, засверлить под шканты. Из обрезка, вот что я обрезал, склею гэшку, просверлю где нужно отверстие, потом просто буду на торец накладывать заготовки вот таким образом, и через отверстие уже буду сверлить. Отметил удаленность вот от края, от вот этого. Далее определяю, где у меня лицевая. Вот эта лицевая будет. Через отверстие хорошо видно. Посреди метки ставлю. Смотрю, чтобы плотно было. Все. В торцах сверлить лучше обычными сверлами по металлу. Шуруповерт слабоват для дуба. Надо, наверное, дрель брать. Да, результат. Все, вот они, две гнезда под шкант. Ну, на эту сторону, естественно, у меня как было, вот так. На эту вот так. Установлю и просверлю. Посредине отверстия это под узкие вот эти вот царги. Все, сверлю остальные. Фрезеровать буду как ручным фрезером, также в столе. Две копировальные фрезы, одна с верхним подшипником, другая с нижним. Для чего? Ручным фрезером прохожу по шерстном направлении сюда, на столе вторую половину. Если ручным фрезером гнать отсюда наверх, то у вас здесь будут сколы, и заготовка уйдет в брак. Саморезами скрутил то место, где будут шипы, это ничего страшного. Зато шаблон надежно закреплен, и никакие струбцины не мешают. Фреза маленького диаметра и немножко старенькая, она уже туповатая, поэтому не осиливает столько много материала. Вот так, кстати, берет отлично. А эту я сейчас
наверное, на циркулярке подрежу и потом продолжу. Как говорится, на одном дыхании. Одним шаблоном буду делать. То есть я не стал сразу по форме вырезать его. А вот нижняя часть, тут немножко другой радиус. Это будет так задумано. Переношу его на низ. Также закрепляю и выфрезеровываю. Ну, короче, все детали подготовлены. Первоначально отшлифовал. В дальнейшем будет еще покрытие лаком, ну, соответственно, межслойная шлифовка. А сейчас решил таким образом. Под один стол отшлифовал. Сейчас я его буду склеивать. Так как соединений тут достаточно много. Буду напор. У меня есть 20 минут времени все это подогнать, скорректировать, проверить углы, размеры, ну, и все прочее. И пока пур сохнет подольше, чем бывало, пока он будет сохнуть, я буду заниматься вторым стулом, также первоначально прошлифую и буду готовить под склейку. С пуром лучше работать вот в таких нитриловых перчатках, потому что при попадании на кожу его потом очень трудно отмыть, и вы несколько дней будете ходить с грязными руками. Наносить клей буду, ну, вот такая палочка, потому что наливать в гнезда и в отверстия, ну, тут носик такой довольно большой, всегда переливается, а клей пур расширяется, это как монтажная пена, потом он очень много вылезет из подсоединений, и долго придется работать с намеской либо каким прочим. А так я на бумажку выдавлю сейчас порцию, потом палочкой беру и наношу в гнезда. Так гораздо лучше контролируется все это дело, много его слишком не нужно. Так, плотненько с под киянки, даже на клее пур они плотно садятся. Главное физическое свойство клея пур, он застывает в первую очередь от влажности воздуха. Понятно, что с клеем ПВА вот это вот все практически нереально. Вот две руки сделать. Вот это вот. Ага. Одну заталкиваешь, другое выскакивает. Все стягиваю.
Ну вот, как-то так. Теперь можно перепроверить. Ну, в принципе, если вот эти у меня ножки подразумеваются под прямым углом, можно также, вот он сейчас стоит на поверхности. Отлично. Отлично. Это все чисто для крепления сиденья будет вкладываться внутрь и снизу крепиться, ну, на саморезы. Также вот эти вот сейчас я посадил просто на клей, но так как на них будет нагрузка, одного клея мало. Поэтому также засверлюсь и посажу каждую на два самореза. Ну далее финишная шлифовка и покрываю лаком. Покажу уже процесс. После покрытия, ну и будем делать сиденье и спинку. Так, значит, вот такие стулья у меня получились. Пока я вот спинку не уклеивал, просто вставил эту, прикрутил на пару саморезов. Что добавил, какие нюансы. Планировалось первоначально, сейчас не собранный, сиденье сделать, ну, внутри вот этой вот рамки. Потом уже в последний момент, то есть когда я стал их собирать, понял, что так будет не совсем удобно и нужно сделать, чтобы они немножко выступали, ну, для удобства и для красоты. Поэтому пришлось вот сюда сделать снизу сиденья такие проставки деревянные, чтобы он был немножко пониже. И в дальнейшем, когда положил, ну вот тут буквально по 2 миллиметра там была щель. Ну, как-то она бросалась в глаза, сделал вот такие, вот такой кант, сейчас поближе. Вот оно. Он ничему не мешает и даже смотрится вполне себе интересно. Просто его вот пристрелил степлером и все дела. Спинки сиденья полноценно уже прикручу дома, ну, чисто для транспортировки удобней, я думаю, перенести все отдельно. И дома все это собрать. Сиденье крепится, сверлится в этих брусках отверстия. И саморезом снизу. С учетом того, чтобы саморез, естественно, не насквозь не просверлил фанеру и сиденье.
покрывал вот таким лаком, три слоя. Лак, я сказал бы, бюджетный, но довольно-таки неплохой. На даче я покрыл уличный стол, столешница там на металлическом основании. Лето простоял под солнцем, то есть там практически тени нет, под дождем. И он не облез, не обшелушился. Поэтому не в качестве рекламы, а чисто от себя, мой отзыв для дома вполне себе нормальный. Ну и после уже самого видео, конечно, будут вопросы, дай чертежи, какие размеры, поэтому отдельно чертежей у меня нет. Сейчас растягиваю рулетку и диктую этот размер. Кому надо, запоминайте. Но размеры вы можете делать под себя, допустим, сделать повыше спинку или пошире, подлиннее сиденье. Итак, 74,5, а самый верх 77 сантиметров. Буду диктовать в сантиметрах. 38,5, внутренний 34, 32, 42, ну вот эти вот все одинаковые, 38,5, 38,5, 22 внутренняя посередине, проножки расстояние 8 сантиметров, задняя чуть больше мне 12, вот этот угол 14 градусов. Вот этот изгиб, на какой высоте, я делал произвольно. У меня получилось на спинку чуть длиннее часть, на ножку короче. Середина изгиба примерно в районе 30 сантиметров. Сечение ножек 23 на 30, 22 миллиметра. Эти, по-моему, тоже. Нет, вот эти поменьше у меня, тут около 20. Задняя она вот тут чуть-чуть наклин, ну, в нижней части, сейчас я скажу вам, 30, 37 на 20, а ножки 24 на 19.